Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Привет-привет, дорогие подписчики! По-прежнему с вами Диман, Тони, Данев, да опять мы, а это у нас рубрика «Дырявые блоки». Кусяндр. Всем привет. Сегодня, ребята, нас ожидает смертельная трасса. Трасса осложнена тем, что между блоками присутствует увеличение расстояния. Даже по последнему, если судить, тут не помещается лимузин. Очень все сложно. Главная задача, ребята, проехать по всем этим блокам, заставиться на финише и не упасть. Та тачка, да, которая упала, в зависимости, коснувшись того блока, получает то и количество баллов. Если же тачка засейвится на блоке, то получает еще один дополнительный балл. Ребята, все очень интересно и классно. Я вижу, как вы любите данную рубрику. Обязательно подпишитесь на канал, если кто-то еще не подписан, ну и поддержите ее лайком. На первый раунд будем спавнить по одной машине, используем аддоны. Если выпадает какая-нибудь реплейсовская тачка или же просто обычная тачка, берем по желанию. Это считается. И это тоже считается. Ну что же, кто первый? Я буду за тем и смотреть. Ладно. Я понял. Даня всегда пытается быть первым. Ладно, окей. Ну что же, ребята, Ягуар, вопросы. Конечно, хотел оставить хорошие, но по итогу оставил всего лишь 24 балла после себя. Есть? Да. Уходи оттуда, смотрим за Дони. Ну и давайте-ка, ребята, болеть. В комментариях, кстати говоря, напишите. Не болейте, мужики. Ну, это по факту, да. 25. 25 баллов, да. А напишите, за кого вы, допустим, будете болеть. За кого будете голосовать в комментариях, тоже было бы интересно. Так, да, не уйди. Можно за меня поболеть? Димон, предвидел выбор. Не-не-не-не-не. Это чисто между нами. 23 балла я зарабатываю на БМВ. То есть, получается, у нас первое место у Вани. Он спавнит 3 тачки, Дани, я по 2. Поехали дальше. Следующий раунд, ребята, мы спавним следующие тачки. Так, у Вани есть возможность взять эту машину или переспавнить на другую. Окей, так, у меня Майбах. Я его брать не буду, вероятнее всего. Возьму, ребята, Сиан. Так, у Дани пока ничего нету. Ваня выбрал себе машину. Ну а пока Даня спавнит, давайте. Я смотрю, у вас тесные отношения. Чуть-чуть есть такое. Так, удали его. Он, по-моему, крашит. Или нет? Или он просто не грузит? Просто да не грузит. Да. Так, у тебя первая есть, вторую ты достанешь сегодня или нет? Молодой! Наконец-то! Дони, давай, стартуй, выдвигайся. Пока Дани выбирает все машины, ребята, посмотрим, сколько заработает эта Данки Стайл тачка. Ну, пока едет неплохо. Донька очень даже. Стайл тачка. 28 баллов зарабатывает Доньки Стайл тачка, понимаю. Так, окей, смотрим за Даником. Давай, стартуй. Я что, чит-тачка, что ли? А, не, просто быстрая. Ой, 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 хорошо-то как. 21 балл, ребята, просто прекрасно. Вот, вот так вот хорошо и надо выступать. Да, ладно, едет далее Сиан, ребята. Проверим, насколько он будет хорош. Давай, давай. Ну, для нас вообще идеально, брат. Да ты чё? Да ты чё? Сейф, 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 сейф. 27 баллов, ребята, зарабатывают у нас Сиан. А мы идем на следующий раунд. Пока что Дони впереди. Мы, ребята, готовы спавнить машины. У Дони опять-таки 3, у нас по 2. Вторая моя не считается. Ой, господи. Так, окей, я беру Skyline. Так она не особо, на самом деле. Первая есть? Вау! И третья. Привет. Да ладно, я его 1000 лет не видел, этот 2000-ный сильный лансер. Это, конечно, сильно. Да, тачки, в принципе, у всех хорошие, ребята. И у меня, как бы, Skyline тоже быстренький. Но это и плохо. Ну, ладно, ладно, смотрим за Ду, за Даником, давай стартуй. А, за мной сейчас? За Дуду Даником. Сейчас, ну, ты как бы выпал, брат. Ты выпал. 3 балла записываем. Ну да, вопросов, сомнений никаких у меня и не было о том, что у нас лансер заберет 50 баллов. Поехали дальше, стартуй. Или 40 баллов, там, по-моему, 40 баллов до конца. Ладно, ты в итоге выбрал Додж СРТ. Ой. О, тебя Даник покусал, смотри. Да-да-да. По итогу 29 баллов зарабатывают у нас Доджары. Это, конечно, сильно, ребята. Давайте-ка смотреть теперь за Скайлайном. Ну и что? Давай. 40 баллов тоже было бы хорошо. 40 баллов, говорю тебе!
40 баллов, я тебе говорю. Вот непосложный, сейв. Я еще не засейвился. Да ладно тебе, 28 баллов забирает у нас Skyline. Окей, Даня пока что впереди. Переходит спаун трех тачек ему, а мы отправляемся на следующий раунд. Да, давай. Ну что же, спауним тачки. Ой, хорошо. Но не быстро. И это я брать, конечно же, не буду, ребят. Возьмем жучару, посмотрим, насколько он будет хорош. Пожалуйста. Большое? Понял. Ну, на тебе, Ламборгини. Ладно, так, ладно, тачки вы получили, я пока поеду, вы выбираете. Давай, давай. Газуй. Давай, давай, давай. Давай. Давай, сейв, сейв, сейв. Да сейв, тебе говорю, я сейв. Ска, 29 баллов всего лишь. Ладно, давайте-ка смотрим за Даником. Стартуй. Ну, давай, давай, там газуй, газуй. Общее количество баллов в любом случае, ребята, видите на экране. Да как ты это делаешь, что? Yes. Что, проехал? Да. Да 40 баллов заработал вновь. Давай, стартуй ты. Ну, ладно, тоже газую. Брайан, давай, Брайан, покажи нам, как надо ехать, Брайан. Давай, давай. О, чёрт. Это Брайан. Всё, опа, приехал. Вот это хорошо, конечно. А сколько по баллам-то? А я не помню, сколько там 27. 27, по-моему, да, ребята. Окей, мы переходим прямо сейчас и спавним следующие тачки. Погнали. И давай. Опять-таки у Даника три машины. Так, Макларен и получается... Блин, вот это, конечно, можно взять или рискнуть. Ну... Взять или рискнуть? Я рискну. Я думаю... И риск оправдан, X7. Да, хороший, быстрый X7. Да. Это не может не радовать. Ну а у Дони, да. Первая, вторая. Ой, хорошо-то как. Ладно, я поеду пока что. Я пока что поеду, ребята, зарабатываем баллы. Надеюсь и верю, что 27 баллов. Я вообще не так, как надо прыгнул. Ладно, смотрим за вами. Давай, да, смотрим. Винена сейчас, ребята, поставит, возможно... Хорошее количество баллов. 28 на 1 больше, чем у меня. Давай пойдет, стартуй пойдет, до пойдет. Даня. Да, на самом деле, что вы прямо смотрю, до полюбляете Даня. Ламбы. До Даня. Как ты это делаешь вообще? Объясни мне, пожалуйста. 30 баллов. По итогу у Даника мы отправляемся на следующий раунд. Полетели. Давай. Ну что же, спавним следующие машины. Тесла, Тесла. О, вот это, конечно, очень хороший джип. Но только это, по-моему, Кеннис, если не ошибаюсь, да. Но я при этом его буду стопудово брать. Так, у Даника заспаунился Кадиллак на гусеницах и достаточно неплохой Мустанг. У Дони пока ничего нету, напомню, что у него всего лишь вообще две тачки. О, появилась первая. Да, первая есть. О-о-о-о. Ой, да ладно! Вот это имба, вот это будет хорошо. Это, конечно, сильно, да, я пока еду. Ай-яй-яй. Да, можно было побольше. 28 баллов по итогу у меня ставит внедорожник. Давай, Даня, смотри. Смотрю точнее на тебя. Ну, я даже не знаю, сколько баллов. На монтаже будет смотреть, потому что ты не коснулся 27 баллов. Нет, ну куда, все, ты одну попыточку свою использовал. Дони, стартуй, смотрим за тобою. Да, в смысле, я на монтаже, брат, все увижу. Я даже просчитаю, знаешь, по кадру, во сколько ты проехал и где ты цепанулся. Так что тут даже не думай. Ай-яй, обидно. 28 баллов, как и получается у меня. Ребят, ну что же, я предлагаю прямо сейчас провести с Ваней спаун трех тачек, потому что у нас было плюс-минус одинаковое количество баллов. Давай, давай, давай. Сразу нахер. Это мне считается, нет? Ё-прос-ты. У меня самый добрый гелик в мире выпал. Ага. У тебя, кстати, Джеки. Джеки, это сильно. Джеки, о, это капец, как быстро. Сильно. Давай, Донни, смотрю за тобой пока что. Ну, давай, раз, и параллельно вижу, что спавнит Даник. Let's go. Жаль, это не... Ема-ть. Ема... Воу, воу, да, отлично. Тридцаточка, это, конечно, крепенько, но не так хорошо, как... Могло быть. Обидно. Так, окей, давайте-ка смотреть за Скудерией, что будет у нас реализовывать Даня. Ну, ты, конечно, выбрал тачку низкую прям. А у меня там еще другая была, еще хуже. Давай, гласи нам баллы свои, а я пока стартую. 24 балла, это, конечно, неплохо. На серваке, где я играю, там она, да,
Играем обратно в Five, не забывай. Так, а мы тем временем... Тихо, емать! Я тоже 27 баллов заработал. Не так хорошо, как хотелось бы у Гелика. Ребята, ну что же, осталось не так много раундов, и прямо сейчас мы отправляемся на следующий. Давай, давай. Следующий раунд, и мы, ребята, спавним следующие машины. При этом у Вани 3 машины, у нас по 2. Ема, Верон. Да, как ты достаешь оттуда? А вот. Летающий Делориан пойдет, нет? Это не считается, нет. Делориан у нас не считается тоже. И, мать, я чуть Даника ламбу не удалил. Так, по гелику, я так полагаю, все печально, но у меня выбора как такового и нету. Ладно, садимся. Кто, кто едет? Давай, Даня, ты первый. Нет, я. Блять. Так, а кто? Доехать надо было уже. Ну, езжай давай. Давай, я за тобой смотрю со спека. Не, ну тут как бы чит, и да, ты его вообще не реализовал. Давай смотрим за Дони. Соскочил, да, 29 баллов. На самом деле. Ну, брат, на самом деле соскочить в жизни тоже иногда бывает полезно. Ой, что за говнище. Подожди, да ради прикола пойду задом. Брат. Это не засчитывается, просто хочу испытать ее. А прикинь, ты сейчас 30 поставишь. Ну, скорость не мелкий вырезатор. Ну, типа... Только же, типа то же самое. Да. Ладно. Так, ладно. Я давайте-ка, ребят, сейчас попробуем забрать тенденцию спауна трех тачек, потому что это достаточно неплохой такой инструмент для победы. Ну, давай-давай, инструмент сюда вставай. Да ладно тебе, 25 баллов! Ебать! Понимаю. Ну, у тебя чит был просто, по факту. Окей, мы переходим на следующий раунд, полетели. Ну, давай. Ну, что же, спаним следующей машины. Опять-таки я... Ой, ёпарасоте, ты как это делаешь-то? Ой, я попробую. Ой, а я попробую. Ну, я всё равно уже 3 спавню. Да, это не чит, ладно. Я бы на том месте уже бы, наверное, остановился, брат. Как говорится, знаешь, жадность сгубит фраера. То есть тебя. 40 баллов. Давай. До свидания. Да нет, фраер. Смотрим за Дуни, давайте-ка, как поедет. На, опять-таки, Дуни ставил тачки. Да, да. 27 баллов по итогу у Крайслера. Смотрим за Даником. Давай, давай, давай. Даня, тебе 40 баллов ставить вообще противопоказано. Не, мне надо. Тебе не надо, брат. Вот тебе не надо, поверю, тебе и так много баллов. Тебе завтра в школу надо. Да ёпрасоте, я понимаю. 3 тачки Даня загнал в лунку. И таким образом, ребята, пока что на первой позиции он у нас. Мы отправляемся на следующий раунд. Полетели. Ну давай, давай. Ну что же, прямо сейчас мы спавним с Даником по 3, да? И смотрим. Опять он. Так, кстати, реактивыч. Я его брать не буду. 270 у Audi. Я, пожалуй, возьму, наверное, Audi. Так, а у Дони шестиколесный Гелендос. Да, это я. Подвинь, Дань, подвинь, подвинь срочно. Ну, выбери ты уже, ёпрасте. Там такой выбор сложный. Я поеду пока что. Давай. 40 можно было баллов, пожалуйста, 27 всего лишь у Аудоса. Ладно, давайте-ка смотри, как поедет у нас Данек. Я поеду. Ладно, смотрим за Дони. Переиграл и уничтожил! Тоже 40 баллов, ничего себе. Давайте-ка смотреть за Даником, давай стартуй, брат. Под конец что-то нам прям завозит, однако. Блять, как ты это делаешь? Ема, это сейчас был скример, охереть. Да, я, конечно, это на монтаже удалю, ребят. Поэтому вам, как говорится, это не нужно будет слушать. Ладно, спавним следующей тачки. Давай. Но как это делает молодой, я не понимаю, на самом деле, ребята. Прям сегодня завозит ему. Макларен и, однако, такие сэшечка. Ладно, я возьму Макларен. Ой, первая. А-а-а, только не... О. Да, это он, да? И это хорошо. О. А что брать? Да, я не пойму, ты с вкладкой фавориты поженился там, что ли? Нет. Ты оттуда их таскаешь, что ли, я не пойму? Нет. Ладно, смотрим за Дони, давай разгоняйся. Жаль, не тот же он. Поехал.
Ты еще будешь жаловаться на чит-гелик? Ты в края ошуел уже? Я понял. Ребята, у Дони получается 40 баллов. Данек, стартуй. Поехали. Я напомню то, что это у нас предпоследний раунд. А, уже? Да, да, уже. А тебе что, мало, да? Взрывает его нахер. Еще тут парочку раз доехать. Так, минус 40 баллов у Даника, минус 80 баллов у Даника. И сейчас зарется еще одна, минус 120 баллов, ребята, у Даника. Ну, в принципе, неплохо, я доволен. Ладно, давайте-ка, ребят, стартуем. На Макларене. Но, мужики, как говорится, сегодня все забирают 40 баллов в предпоследнем нашем раунде. Да, припарковался я изично, и ставьте за это определенно лайком, мы отправляемся на финал. Давай, давай. И все спавнят по три офигенных каких-то тачки. Так, это, конечно, подождите-ка оно. Эх, не летает. Первое. Ладно, удалим. Блястящий автобус. Очень баги. Ладно. Баги, да ладно, у этого баги, у того опера Газель. У меня сраный прокачивающийся. Сраный прокачивающийся Майбах. Прокачивайся. О, супер дюти. Давайте-ка смотрим за, получается, до они полетели. Тифрити, подожди, сейчас там этот. Мусор почистят, да? Да, да, да. Видишь, он. Все, полетели. Ребят, ну это 40 баллов, вероятнее всего, у баги. Ну да. Надо засовиться, брат. О, сука! 30 баллов забирает нас баги. Стартуй! Мороженик. Отмороженный. Отмороженный. Да, 30 баллов тоже у Даника. Ребят, ну что же, это, как говорится, мой час славы. На, получается, в Форде. Я надеюсь, что мы сейчас покажем, как нужно ездить. Да, час славы. Ты же Дима, поэтому. Давай, 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 давай! Да! Есть! 40 баллов по итогу ставит нас монстр огромный трак. А что здесь машины делают сверху? Какие? Вот здесь вот. Это типа... А, синий, кто спавнит синие машины? А, все понял, ладно. Вон где собака зарыта у нас, я понял. Ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Спасибо огромное за просмотр, ставьте лайки. Даня, если эти тачки не фигурировали в ролике, ты получаешь 0 баллов. Все, всем пока-пока. Пока.